страна больна, жестокость, даже насилие. Деньги безграничная власть, в этот удар может попасть. Если старики и слезы людей не могут сравниться с деньгами грозей, слезы матерей над трупами своих детей, дома плачки кругом дым. Каждому тут хочется остаться живым, но пуля дура мочит все подряд и жалеет. Ни девчонок, ни ребят, молитвы теплые, предсмертные слова. Мы ничего не сделать, у всех свои дела. Приказ дал, подписал документы, на войну отправил. И плевать нам, кто ты, будь у тебя жена и дети. Лишь по главе государства хорошо жилось на свете. Вот вот такой вот расклад. Ничего личного, бизнес, ребят. И так все государство лежит на дне. А сколько на операцию уйдет бабла? Лучше бы занялись своим бюджетом, чем попросту распускать свои ракеты. До сих пор горит Иран, война, Афганистан. И везде бы вы съете нос, и вы хозяин мира. Светите на войну, баксы свои. Неужели вам не жалко население своей страны? Вы идите там и крутыкая носом солдат, когда люди от стыда горят. Нету денег, нечем прокормить семью, когда Барак Обама идет на войну. Щепну пальцем, топну ногой, люди будут гибнуть, нас не делать, для тебя это будет игрой. Спасибо большое.